Доброе утро, меня зовут Айжан. Сегодня я вам покажу мастер-класс акварель, скоростная живопись. Это могут даже делать дети. Нам всего лишь для этого понадобится свечка, краски и спица. Я уже подготовила рисунок. На нем нарисован такой цветочек орхидея. Ну, для начала я продавливаю по контуру спицей. Дальше вы поймете почему. Ну и таким образом мы продавливаем весь рисунок по всем линиям, по всем контурам. Дальше нам понадобится свечка. Вот, берем свечку. И те места, которые мы хотим, задумали оставить белыми, мы их закрашиваем свечкой. Свечкой мы также прокрашиваем некоторые места. Она у нас не пропускает краску. И получается, те места, где у нас прошла свечка, будут оставаться белыми. Так, берем губку, немножко отжали и покрываем весь лист аккуратненько этой губкой, промакиваем его, чтобы он полностью у нас был намочен. Лист у нас готов. Теперь мы должны быстро это все прокрыть краской. Нам нужна скорость. Главное не бояться. И делать это быстро. Берите смело. Пусть у нас краска растекается, у нас получаются красивые разводы. В этом вся и прелесть акварельки. Ну а теперь мы прикасаемся слегка краской, придавая тон и объем нашим лепесточкам. Обратите внимание, там, где мы прошли свечкой, у нас остаются белые места. Теперь, пока у нас лист не подсох, нам нужно посыпать его быстренько солью. Но здесь главное не переборщить, ну, вернее, не пересолить. Немножко. И орхидеи у нас бывают с розовыми лепестками. Мы берем немножко розового цвета и добавляем. Ну вот и все. Мы нарисовали прекрасный цветок орхидея. Нам осталось дождаться, когда это все высохнет. Ну вот наша работа подсохла. У нас получился вот такой цветок. Дерзайте, пробуйте, экспериментируйте. Всего вам доброго, приятного дня!